Средства защиты от коронавируса на сумму 60 тысяч рублей сельхозтоваропроизводители Лаганского района во главе с председателем Ассоциации фермеров Валерием Цабдаевым вручили коллективу Лаганской центральной районной больницы. Кроме того, сообщает пресс-служба района, в ближайшее время для оснащения малой операционной глава КФХ Иван Алехин перечислит на счет больницы 120 тысяч рублей. Главный врач медучреждения Николай Шарапов поблагодарил земляков за внимание. Он отметил, что именно сейчас, в один из сложных периодов, чувствуется сплоченность людей. От этого есть уверенность, что нам по плечу любые испытания.